Всем приветики, дорогие друзья. Привет вам из съемочных павильонов Мосфильма. Вот вам метеорит, вот вам, значит, лес, вот вам люстры. Одна, вторая, красивые. Сегодня я на передаче «Лучше всех», и мы будем записывать номер. В общем, я сегодня секретный сюрприз. И сегодня будет много красивого макияжа. Так что скоро на Первом канале. Скоро на Первом канале. Ну как можно быть такой красивой? Я не могу. Посмотрите, что природа делает вообще. А это все состояние внутреннее. Это факт. Я хочу снимать глаза миссис Кот. Миссис Кот, переезжай в студию жить. Нет, уже. Ты знаешь, какой самый часто задаваемый вопрос после нашей поездки в Париж? Угадай. Просто... А вы спите с Крыгин? Я прям очень довольна. Я... просто в счастье от сегодняшнего макияжа. Крыгина, студия, конечно, это бомба. Все, кто не был, вы обязательно должны прийти сюда и накраситься. И будете сами... Просто посмотрите, какие красивые двери. Мы точно тут будем снимать что-то, скажи. Да. Вот эти... Мы вот на двери. Фоне, на фоне мы этих дверей. Мы пришли на помойке, спасли, отреставрировали и покрасили. Вау, вау. Смотрите, Лена запустила классные... подарки на День Святого Валентина. Это же Валентин, идеальный подарок для девушки там или для подруги. Там набор косметики очень базовый. Там 5. Это мои самые любимые, кстати. Это классные. 3. Самых популярных продуктов наших. Самых базовых, которые для всех. Это конкрет, который персиковый. Металлайз, который вот такой нежный очень. Вот такой. И красный, классический красный, теплый. Сколько стоит такой набор? Я не помню, потому что он с какой-то грандиозной скидкой. Ну, примерно. Сколько он примерно стоит? Так, ладно, у кого нет 3800, есть другой вариант. 2800. За 2800. Смотрите, книжка от Лены Крыгиной. Это как, собственно, краситься. Да. Все по макияжу. Ваша девушка тоже будет счастлива. Вот покажи, реально отлично. Я бы сразу дала? дала за такой подарок. Вот, ребят, кто хочет, чтобы кому-то я дала, покупайте мне книжку. У тебя уже есть. Это небольшой пиар.